Имя Василия Никифорова Кулемнюра и установление государственности республики тесно связаны. Сегодня перед зданием Государственного собрания Илтумен состоялось торжественное открытие памятника известного политического деятеля. Всю свою жизнь Василий Никифоров посвятил борьбе за права народа на самоуправление. Был основателем земского движения, лидером национального демократического движения Якутии, духовным и культурным просветителем и пробудителем национального самосознания. В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения известного общественного и политического деятеля. В увековечивании его светлой памяти проведены ряд работ. Одной из них стало возведение бронзового памятника в гранитном постаменте, созданного скульптором Виктором Федоровым. В торжественном открытии памятника приняли участие председатель правительства Галина Данчикова, спикер Илтумен Александр Жирков, народные депутаты, общественность республики и родственники Василия Никифорова Кулемнюра. Василий Васильевич является человеком, принявшим от своих предшественников, от древних наших предков Мазарыба Зекова, Сафрона Сыранова, Алексея Аржакова и других эстафету, смысл которой заключается в том, чтобы дальше возрождать духовность нашего народа, пробуждать национальное, культурное, историческое, правовое самосознание нашего народа. И нынешнее поколение якутян призвано беречь и приумножать эти традиции, отстаивать.